Ты как? Ты о чем? Ты ведь изначально знал, куда мы едем. А я почему-то осознала только что. Ман привез нас в родное для него место. По сути, это его сердцевина. Здесь он взрослел и формировался. Ему здесь все близко. Каково это? Ощущать все это? Это одурманивает. Думаешь, он нас действительно придумал? Или все-таки как-то отобрал из миллионов и наблюдал за нами все это время? Уже не знаю. Но придумать тоже подразумевает наблюдать.